почему карате? Но это дело всей жизни. Карате воспитывает силу духа, силу воли, чувство товарищества. Карате – это все. Занимайтесь карате. Пятнадцать лет – самый сложный период, вот переход, когда начинаются вот эти вот всякие там ухаживания, да, там гулянки, там туда-сюда. Но я поздно пошел, меня в 11 лет пошел в карате, в 11 лет меня отдали. У вас сейчас, посмотрите, вам сейчас некоторым из вас даже еще 10 нет, уже там уровень какой. А я в 11 пришел, карате не такое было. Рецепт, на самом деле, я вижу один выход. Вообще не сдаваться. Переть, как вот танк. Вот взял и все, и тащить, тащить. Неважно, сколько ты будешь тащить. Рано или поздно, вот я зуб даю, что рано или поздно вы эту стену проломите. Вот мы сейчас с вами сидим, болтаем, да, кто-то тренируется. Мы сейчас отдохнем, пойдем спать, а кто-то будет пахать. В зале я провожу ежедневно 12 часов. Ежедневно. 6 раз в неделю. Цель определяет средства. Если ты хочешь просто ходить и говорить, я занимаюсь каратэ, можно вообще записаться в секцию и появляться раз в месяц. А если ты хочешь чего-то добиться, надо для этого много работать. Я думаю, продолжим тенденцию, будем поддерживать это движение вперед, и в следующем году мы сделаем этот семинар еще круче.